Привет всем, парни. Ну вот, купил картофелесажалку мотоблочную. Ну, сделаем на трактор, на трехточку. Так, ну, переделывать придется тут почти все. Здесь у нас сверху, я так понимаю, наверное, на втулке. Вот эта транспортерная лента крутится. Мы рассверлим и сделаем под подшипники. Здесь я тоже вот подшипники приобрел. Вот такие вот. Эта трубка пустотелая. Мы сделаем ее полнотелой. С круглика цельного выточим под этот подшипник. И вот таким макаром прикрутим. Вот. И будет на подшипнике крутиться. Уже будет легко. Вот. Колесо вот такое приобрел. Здесь и диаметр, правда, побольше. Но мы его сюда втулку загоним под наш размер 20. И болтом стянем. А вот родное колесо. Ну это вообще ни о чем. Хрен пойми, что и с чем его едят. Надо было додуматься, такие колеса. Вот так удешевляют. А потом вот такой результат. Эти тоже буду потом покупать. За гордачи побольше. И сделаем. Вот здесь бункер у нас для подкормки картофеля. Вот второе колесо купили. Оно чуть побольше. Будет повыше стоять к трактору. Плужок передний позволяет регулировки опустить ниже. Вот. Будем переделывать. Таких два подшипника. На вал встанут, закрепятся. Вот. И будет все крутиться легко и просто. Все приходится переделывать. Ну, что поделаешь. Большую картофелесажалку цена там вообще космическая. И 80, и 90, и 70. Думаю, вот это переделаем, мотоблочный, да и все, по трактору. Ну, брал бэушную ее, и человек посадил соток 30. И все, и стоит. Ну, понятно, что вот из этих колес, наверное, помучился. Тяжело садить, то грибут-то не проворачиваются. То, что не соответствует ширина колес. Вот ширина. Вот это нормальная ширина будет. И крутиться все будет, и садиться дома, просто довести, и все. Ну вот как доведем до ума, потом покажем вам, что получилось с нее. Сделаем трехточку с нее. Вот сюда приварим крепление для третьей точки, а снизу поставим швеллер поперек с пальцами. Это мы уберем мотоблока. И все. Будет конструкция у нас то, что надо. Ну, а здесь, я думаю, наверное, угольник вложим. Усилим. 25 или 40. 25 два штуки пустим. Один внизу, один вверху вот здесь. Будет рама помощнее стоять уже. Держаться. Тут болты, тут заварим угольники. Здесь тоже позволяет заварить со швеллером. И все. Всем пока, до новых видео. Все.